Для отдыха в Таиланде мы выбрали Пхукет. Этот самый большой тайский остров в Андаманском море стал одним из популярных в мире курортов. В год его посещает более 1 миллиона зарубежных туристов. К вечеру с помощью внутренних авиалиний добрались до поселка Ката. В гостинице «Орхидеция» мы провели 5 сказочных дней, не похожих один на другой. Если когда-то и был рай на земле, то Господь разместил его на островах Андаманского моря. Здесь вам не понадобится будильник, вас разбудит пение птиц. Ранним утром воздух наполнен ароматом цветов. На горизонте еще виднеется призрачный лик луны, а на вершине горы статуя Будды в мягком розовом свете восходящего солнца. Гамму райских ощущений дополняет гастрономическое удовольствие, которое доставляет тайская кухня. Самостоятельно, без помощи шеф-повара, можно создать вот такую аппетитную композицию. Позавтракав как можно раньше, отправляемся на пляж. Бухта Ката протяженностью 3 километра делится скалами на 2 части. Большую Ката-Яй, в этой части мы сейчас и находимся, и меньшую Ката-Ной. Она сейчас скрыта за скалами слева. Примерно в 500 метрах от берега виден крошечный остров Копху. Это прекрасное место для любителей дайвинга. Саповидная лагуна пляжа Ката выложена мягким белоснежным песком, а температура воды и воздуха практически неразличима. После полудня под лучами тропического солнца находиться не рекомендуется. В это время можно заглянуть в ресторанчик с названием самого популярного в Таиланде супа – там-ям. Существует даже поговорка – кто там-яма не едал, то в Таиланде не бывал. Ресторан находится вблизи от пляжа. Здесь можно отведать нежнейший блинчик с ананасом и бананами, политый медом, и прохладный кокосовый сок. Самая подходящая еда в тропический зной.
после легкой трапезы отправляемся на ознакомление с поселком Тарко. Большую часть Катаяй занимает громадный комплекс Клаб Медитераны. Во второй половине дня можно воспользоваться пляжем этого комплекса, а заодно и полюбоваться красивейшим закатом. Вечером, когда зной сменяется прохладой, на улицах появляются торговцы с фруктами. А их в Таиланде великое множество. Рестораны привлекают посетителей изобилием морепродуктов.